Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции поздравили детей и взрослых с наступающим Новым годом, а также напомнили правила дорожного движения в холле культурно-досугового центра «Октябрь» в городе Голицыно. Автоинспекторы рассказали детям об использовании и применении световозвращающих элементов, а затем провели викторину, проверив, как внимательно ребята их слушали и запомнили, как обезопасить себя на дороге.